Круглый стол, посвященный проблемам увековечения памяти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в Калининской области и захороненных на территории мемориального комплекса «Медное». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Участниками встречи, организованной Тверским отделением Российского фонда мира, стали представители общественности, историки, исследователи, руководитель ГМК «Медное». В насыщенной повестке дня одним из приоритетных вопросов стало увековечение памяти советских воинов, захороненных на территории комплекса. Наш священный долг сегодня – соблюсти историческую справедливость и добиться того, чтобы на территории Медновского мемориала погибшие от ранений и умершие в госпиталях бойцы Красной Армии нашли достойное захоронение. Ну а Тверское отделение Российского фонда мира было и остается не только носителем миротворческих идей, но и ценителем исторического прошлого нашей страны. И для восстановления такой справедливости есть все основания. Личности двух бойцов Красной Армии уже установлены. Обнаружены требующие дополнительного подтверждения данные о захоронении на территории комплекса по меньшей мере еще 40 советских бойцов. В рамках круглого стола также обнародованы результаты сбора средств на издание второй книги американского профессора Гровера Фера, в которой развенчиваются мифы относительно захоронения польских граждан. Мы собрали более 160 тысяч рублей на издание второй книги Гровера Фера, профессора из Америки, который, используя материалы, недоступные нашим историкам, архивные материалы на Западе, развивает тему о том, что расстреляли поляков под Катынью фашисты, никак не наши представители власти, а под Медным вообще вопрос не стоит о том, значит, кто кого расстрелял, потому что там фактически не было найдено того количества останков, которые заявляются. В итоге участники круглого стола решили обратиться в Министерство культуры Российской Федерации, а также к губернатору Тверской области с предложением оказать организационное и финансовое содействие в увековечивании памяти безымянно захороненных на территории мемориала «Медное» советских воинов. Кроме того, независимо от помощи органов власти будет объявлен сбор народных средств на изготовление памятника павшим бойцам.